Бонни умеет кусать и играть на гитаре. Заяц музыкальный с гитарой побеждает врагов с помощью музыки и с помощью укусов. Фредди. Медведь, умеющий бросать микрофон по голове врага. Пиццу катать может и может делать вечеринку. Фредди как бы музыкант. Он в цилиндре и в бабочке. Чика. Утка или цыпленок, или курица, никому не известно. Но раз Чика, значит, это, скорее всего, цыпленок, а слово чикен, курица. На слюнях Чика написано «Let's eat». Держит в руках кексик. Если она в окнаве 2, у нее написано «Let's party». Способности лечить других аниматроников и делать вечеринку. Ну, короче, фейерверки запускать и все такое. Тень Фредди. Некоторые его называют фиолетовый Фредди. Он тоже, как обычный Фредди, как бы музыкант. С микрофоном и всякое такое. Силы в том, что... Скример у него страшный, а сила, если на самом деле, то пока неизвестна. Мэнгл или Мангл. Силы делать попперс, какие-то бумажки, не знаю, с поразительными значками, делать мячи, в которых сюрприз. И еще что-то там делать. Короче, белая лиса, которую однажды пацан пристрелил, поэтому она стала такой сломанной. А раньше она была починенная. Ну, как бы она лиса Эль. Той Бонни. Силы, музыка, делать кусалки и шарики, как и у Мэнгл. Тоже играет на гитаре, как и Бонни обычный. С щечками. И вообще он милый кролик. С длинными ушками и с бабочкой. Той Бонни. Фредбер. Он рассказывает истории во ФНАФе. Если находишь новый мир во ФНАФе World, он появляется и рассказывает всякое, то, что нужно. Но он не только может рассказывать, он еще используется. Как я понимаю, он бросает микрофон, но его у меня в команде нету. Поэтому я не знаю, какая у него сила. Он как обычный Фредди, золотой только. И с фиолетовой шляпой, с фиолетовой бабочкой. Вот такой вот наш Фредди. Спрингтрап. Обычный сгоревший фиолетовый парень, которого добавили в обновление FNAF World. Но этот фиолетовый парень оделся в костюм и стал спрингтрапом. Вот этот спрингтрап. Зеленый кролик. Он умеет там что-то делать. Силы. Короче, я думаю, что его силы... Это кусаться или не знаю что. Если что, напишите мне в комментариях. Просто его у меня нет в команде. Поэтому.
Вот такой вот спрингтрап. Короче, это обычный Golden Bonnie. Фокси во FNAF World, он милее всех аниматроников из FNAF 1. Он всех меньше из FNAF 1 во FNAF World. Силы. Бросать мед. С помощью крюка цапать вот так врагов. И пугать. Пя! Красный лис, влюбленный в Мэнго. Джей-Джей, или полностью баландёром. Фиолетовая девочка, обычный баланбой, но это Джей-Джей. Сила шарики. Остальное неизвестно. Короче, вот такая вот девочка баландёром. У нее, если во FNAF обычном, вместо шарика у нее нет шарика, а табличка. А во FNAF World интересное, что у обычного баланбоя вообще нету таблички, у него только шарик. Марио, марионетка. Кукла, заколдованная фиолетовым парнем. Была мамой ребенка, а стала вот такой вот. Сила, если она была бы фантомом, у нее бы сила была бы пугать и что-то еще. Но силы я не помню, или даже они мне вообще неизвестны. Напишите в комментариях. Короче, вот такая марионетка. Давайте пойдем дальше. Кошмарный Фокси. Это тот обычный Фокси, да, обычный, но только пострашнее. Силы у него какие-то еще есть, другие. Но я не знаю, напишите в комментариях, потому что у меня этого персонажа еще нету. Зрачки у него желтые, а глаза черные. Такой крюк, такой кошмарный Фокси. Сам кошмар. Короче, вот такой кошмар. Черный Фреддер. Да, обычный черный Фреддер. Кошмарный. Кошмарный черный Фреддер. У него есть вот такая шляпа желтая. И желтая бабочка. Тем он красивый. Вот. А так он полностью черный. Глаза красные. И он еще более прозрачнее. Сила это кусать, уверен я. А все остальное я не знаю, у меня нет такого персонажа. Короче, надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи, пока!